Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова будет закупка из магазина Лента. Получилось у меня где-то на 8 с чем-то тысяч. И сразу хочу сказать, что ко мне приехал племянник. Он со мной будет, наверное, весь июль, может быть, даже и чуть больше. Так что у нас теперь больше народу. Племяннику у нас 15 лет, он 1,77 м, считайте, как полноценный взрослый. Четверо взрослых и двое детей, поэтому продуктов у меня сейчас, наверное, будет побольше, хотя я думала, что в эту закупку тоже будет больше продуктов, но нет, получилось даже по сумме немножко поменьше, но я так в основном докупила. И меня спрашивают про крупы, почему я не покупаю крупы, ну потому что у меня есть запасы, я покупала там по скидкам и рис покупала, и гречу по скидкам покупала, и макароны, и у меня целый запас есть достаточно большой, в кладовке лежит, поэтому крупы сейчас не покупаю. Вот, в основном у меня мясо, фрукты, овощи, в общем, все как обычно. В общем, сейчас давайте покажу, что купила. Так, вот такая вот у меня получилась закупка. Да, есть арбуз, до него дойдем потом. Вот, ну давайте и начнем, как обычно, с мяса. Купила две упаковки фарша. Меня часто спрашивают, зачем я покупаю фарш. Готовит у меня мама, я покупаю то, что мама просит. Поэтому вот две упаковки фарша. Ей очень нравится лентовский фарш, она считает его хорошим. Ну, в общем, да, поэтому его покупаю, и все хорошо. Дальше, купила две упаковки куриных грудок, на них, ой, куриных грудок, грудки индейки. На них немножко снизилась цена, по 319 рублей по акции они были, поэтому взяла две упаковки. Так вообще куриная грудка, да, вот видите, стоит 484, но вот она еще 450 рублей бывает стоит. Не куриная грудка, грудка индейки, извиняюсь. Вот, взяла, в общем, две упаковочки. Одна у меня получилась побольше, но единственное, что вот эта грудка, я люблю такой большой кусок, но здесь вот только такие были, наверное, поэтому со скидкой. Дальше взяла вот такой кусочек мяска, мы его, скорее всего, будем на огне жарить, вот, как раз на один раз мужчинам нашим. Это у нас свиная корейка. И взяла кусочек говядины. Мама его тушит. У меня с солеными огурчиками. Что-то очень вкусное. Поэтому взяла вот такой. Это шея без кости. В принципе, все равно. Мама тушит его в горшочке. Поэтому все равно, какой кусочек. Вот. Ну, вот видите, 439 рублей за килограмм говядина. Да. Так, дальше, как обычно, сосиски. Вот эти венские. У меня, кстати, спрашивали, вкусные или нет. Черкизово. Ну, всем моим домашним понравилось. Вот, в принципе, я тоже ела достаточно неплохие сосиски. Снова нашу любимую колбаску лентовскую. Дальше здесь у меня сыр. Два кусочка вот такой российский и голландский сыр. Сыр я беру тоже так много сыра, меня тоже спрашивали, потому что мама что-то запекает, вот куриные ножки, например, да, она недавно показывала, как делала все время. Вот этот мы в основном используем вот этот российский сыр на то, чтобы посыпать и было вкусненько, ароматненько. Обычно второй кусочек у нас на еду используется. Так, дальше у меня здесь молочка, молоко, как обычно, большая упаковка. Дальше купила вот такой, первый раз, кстати, увидела вот такой здравушка, био-кефир маме. Взяла, мама не всегда заквашивает, иногда и не очень хочется самой себе заквасить. Это у нас получается Республика Беларусь производителя. Вот. Так что вот такой кефирушек мама попробует. Потом вот эту актуальку детям. Одну штучку взяла, они сейчас выпьют как раз. Дальше сметанка простоквашина 10%, как обычно. И вот такие десертики, они были тоже на скидках, тоже у меня вот детки, может, поедят. Вот такие желтенькие мы взяли. Я, кстати, если что, ездила с племянником, поэтому он мне помогал. Вот, поэтому много тут будет ерунды всякой, как обычно. Так, и еще вот забыла показать масло, как обычно, Вкуснотеево, любим его. И вот здесь вот набрала им тоже на перекус, всем моим мужчинам, различные сырки, вот такие ломтики молочные. Ой, как я люблю вот эти девочки сырки, картошка. Если вы ходите в Ленту, увидите, обязательно возьмите. Очень они вкусные, прям обожаю. С кофейком я иногда даже на завтрак. Вот кофе, ну, вначале что-то там, яичницу или что-то съедаю, а потом вот с кофе, он такой десертик. Одну штучку, но все же съедаю. Еще вот такие были на скидках, там купила, в общем, целый пакет вкусностей.
Дальше еще творог пискаревский взяла 4 пачки. Мы его или так едим, или мама сырники делает, по-разному, в общем. Дальше здесь у меня хлеб, вот этот фазер парижский, очень вкусный хлеб фазер, ничего не могу сказать, но дорогой, беру только тогда, когда на него есть скидка. Вот такой бурже, батон парижский, но они вкусные, вот эти вот хлебушки от фазер вообще. Также взяла 2 лентовских, тоже, кстати, неплохие, они такие достаточно, то есть если это такой более мягкий, то это такой вкусный батон. Вот такой еще взяла на заварках, заквасках зерновой, тоже очень вкусненький, давно не покупала я. Все, дальше еще муку лентовскую, она была со скидкой, не знаю, мне кажется, я как-то покупала ее, вот не помню. Вот такое печенье мы взяли, у нас еще остались запасы печеньев, но вот племяш у меня повелся на такую красоту. И здесь у меня еще сухари, вот эти лентовские, которые у меня тоже очень мама любит, вот эти панировочные. Дальше, арбуз купила, арбуз, на мой взгляд, неплохой, их там очень много было набросано, по 24, считайте, 25 рублей за килограмм, уже очень даже неплохо такой. Ну, мне кажется, хорошенький. Вскроем, посмотрим. Вкусный, наверное, будет. Прошлый, который я покупала, кстати, был очень вкусный. Так что зря бы. Дальше у меня здесь яблоки вот такие на этот раз взяла. Red Chief красненькие. Ну, тут немножко. Потому что у меня еще оставались с прошлой покупки яблоки. Дальше помидорчики. По 87 рублей. Но они, по-моему, со скидкой еще меньше, по-моему, на них цена была, честно. Не помню, в чеке покажу. По 41 рублю немножко огурчиков взяла. Дальше здесь алыча. Вот в прошлый раз я брала, кстати, очень вкусная, не кислая алыча. Мы с мамой с удовольствием съели. Мужчина у меня, конечно, не особо, но мы с мамой с удовольствием. По 60 рублей. Дальше взяла персики по 80 рублей, считайте, за килограмм. Ну, кстати, видите, цены все-таки на фрукты начинают падать, это не может не радовать, поэтому сумма у меня такая поменьше вышла. Дальше черешенку взяла немножко, она по, ну, тоже, считайте, 200 рублей за килограмм, но она уже такая, надо выбирать, уже не очень видно, отходит уже. Дальше абрикосы по 60 рублей, вот я тут набрала достаточно много, у меня, кстати, мама любит абрикосы, надеюсь, что будут вкусные. И что-то, я не знаю зачем, но что-то мне захотелось апельсина, взяла апельсина по 65 рублей, но летом обычно не очень вкусная апельсина. Так, дальше у меня здесь картошка, картошка все дешевеет, это очень-очень-очень радует, по 20, ну, считайте, 25 рублей за килограмм взяла, пакетик набрала. Свекла тоже такая на вид, по крайней мере, неплохая, по, ну, почти 22 рубля за килограмм. Также капусточка по 15, считайте, 16 рублей за килограмм. То есть, видите, цены все-таки идут вниз, это не может не радовать. Ну, давайте здесь корм котам взяла вот такой пакет. И вот такие разные тут пакетики. Феликс. У собаки у меня еще есть пока еда. Тоже за собачку переживает. Нет, я собачку не обидела ни в коем случае. Вот, потом вот такие вот. Ну, я говорю, я ездила с племяшкой 15-летним. Так как я его чаще вижу только летом, конечно, да. Вот, вот такие штучки, в общем, он набрал вот эти. Потом вот эти чипсы Доритос, которые очень понравились. Кстати, они очень вкусные. Мне тоже понравились. И маме моей. Вот они взяли упаковку. Так что, если увидите, обязательно попробуйте. Они как вот чиносы вот эти, или читосы как-то. Ну, в общем, очень вкусные вот эти. Классные. Так, дальше у меня здесь сок. Вишня, мята, добрый яблочный. 2 кваса. Так как у меня много мужчин, поэтому 2 взяла кваса. Взяла вот эти освежители воздуха, они тоже были со скидкой. Они мне очень нравятся, вот эти Glade. Цена-качество соответствует. Вот взяла вот такое цветочное совершенство. И цитрусовые. Цитрусовые у меня любят вот мальчишки мои все. Мужчины, они очень любят вот эту пшикалку цитрусовую. Так, дальше у меня здесь яйца 3 десятка куриные. Взяла зубные щеточки, нужно поменять. Это я взяла мужу и старшему сыну. Это младшему, а это себе. Вот такую розовенькую. Не знаю. Еще взяла себе зубную ленту. Тоже люблю пользоваться. Вот эти капсулы на туалет. Они были со скидкой, поэтому я их взяла. Вообще я вот беру вот эти всякие штучки. Вот эти штучки. Вот что и со скидкой, то вот
то и беру, в общем, одним словом. И взяла еще мешки большие для мусора. Нам тоже на участке что-то, где там мусор, в общем, такие большие взяла. На 120 литров. Они, кстати, вот эти неплохие. Они прочные достаточно, то есть не рвутся особо. Вот, а это у меня уже племяш себе взяла. Вот такой дезодорант. И вот такой вот стайлинг-гель для волос без утяжеления. Не знаю, решил попробовать. А то у него какой-то есть, и волосы выглядят как сосульки, в общем. Решил такой попробовать. Ну, сейчас модно. Модно у него в школе такие прически, как у него, поэтому он взял. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. И сейчас, как обычно, покажу вам чек. И вот показываю чек. Это мы с племешом выпили вот эти коктейльчики из Starbucks. Очень вкусно. И вот сумма у нас составила 8022 рубля. Скидка по карте 2551, а в кассу я отдала 8022 рубля. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки. Мне многие пишут, что у нас, точнее, мне одна девушка с Украины написала, что у нас достаточно дорогие цены на фрукты и овощи. Ну вот, к сожалению, какие есть, и я сама их не рисую. Конечно, всегда хочется, знаете, купить что-то хорошее по недорогой цене. Это хочется всегда всем, но, к сожалению, цены у нас вот такие, к сожалению моему. Но ничего, радует то, что на фрукты и овощи цены снижаются потихонечку. Дальше, я думаю, вообще еще будет подешевле, и это не может не радовать. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!